Дисклеймер. Привет, я Андрей. Сегодня мы с тобой продолжим проводить, ходить рейдж. И слышишь вот этот вот странный, страшный звук? Я его боялся зайти посмотреть, что там. Но сейчас, походу, мы увидим. Нихера себе, там, походу, снайпер какой-то сидит, да? О, еще и граната. Это намек, что мне тут будет опасно находиться. Понял, опять. Мне надо... Но у меня снайперка, кажется, кончилась, да? Да, кончилась. Значит, попробую арбалетом. Так, опять граната. Еще раз. Наконец-то. Вижу. Гранату кинул. Еще разок. Так, попал. Попал. Да сука, ты когда там умрешь вообще? Убил наконец-то. Все, теперь я думаю, с дробовиком можно спокойно выходить, правильно? О, да, спокойно. О, тут я помню, я тут ракету брал. Вот здесь я... О, даже труп до сих пор остался этого огромного монстра. Смотри, даже не разобрали ни на запчасти, ни мясо. Ой-ой-ой, это какой огонь по врагу? Это по мне, что ли, получается? Ну, получается, по мне. Откуда там хрюкает? Там нет. Откуда звуки идут? Оттуда откуда-то? Наверное. Да, отсюда. А я хотел присесть. Присесть вот так, видимо. Давай арбалет опять. Так, отлично, этого я добил. Дальше. Ой. А, я свои стрелы могу забирать, а чё ж вы не сказали про это раньше? Смотри, ему вообще насрать. И клавиатуре, кстати, тоже насрать, потому что я брал дробовик, а не автомат. На кой хер мне автомат, если в этой игре автоматом вообще нереально играть? Так, давай опять дробаш. И... Да ты идешь ко мне в упор, там. Где стрелочка? Так, здесь ничего нет, да? О, отлично, этого, который сверху упал, который я снял уже. Здесь ничего нет, да? О! Кстати, здесь, может, какие-то полезные вещи есть. Не, не вижу никаких. Значит, пошли дальше просто. О! О, вот это нормально. Гранаты. Бля, я ими тут тоже не пользуюсь. Ух ты, сука. Опять снайпер. Я даже вижу, где он. Достань карбалет. А он тоже меня видит, да? Хитрюга какой. Блять, а как мне в тебя попасть-то вообще? А, ебать, вас даже несколько тут. Заебал. На, раз. Оп, а у меня патрон закончился. А, у меня хп даже закончилось. Да, блять. Вот как мне к нему, оп, успеть? Блять. Отлично. Отлично, добил. Там еще где-то снайпер должен быть. Ага, вижу. Все, спасибо. Понял. Ага, во. А, он стоит за... Знаешь, за заборчиком этой лестницы. Поэтому ну, тяжеловато попадать. Я в него, видимо, попадаю куда-то именно в стеночку забора. Отлично. Есть еще кто тут? Вроде нет. Так, ну ладно, побежали дальше. Побежали, побежали. Так, давай-ка сохранимся. И заодно лучше сразу посмотрим, какая там сохранение. Автоматически. Горячая клавиша сохранения. 4. Быть. А, F1, F2, F3, 4. Ну, F. Короче, понятно, это не то. Сохранять вот так вот будем по старинке. Выбрать. Да, нормально. И просто хрен знает, какая тут конкретное сохранение используется кнопка, так что пускай так будет. Ага, вижу. Да, блядь, не падай ты. Все, аккуратно пройдем. О, я слышу, там опять стреляют, да? С какой стороны вот только?
О, да, понеслась пизда по кочкам. А как они через верх стреляют? О, блядь, граната. Ой-ой-ой-ой, все, мне жопа. Давай гранату им туда пока кинем. А, у меня снайперка есть. Джи почему-то тут это снайперка. Пускай сюда идут. На, я ему шлем снес, еще вторым выстрелом убил. Отлично. Но лучше со снайперки и щит сбивать. Блять, давай в ногу. А у меня кончились патроны, зашибись. Давай вот это. Ой-ой-ой. Сука. Валим. Поэтому тут быстрые сохранения очень бы пригодились. А я не помню их как включать. Отлично. Смотри, в ногу с одного выстрела. Да, блядь. Да я застрял. Я не могу там пройти просто. Тупо физически не могу пройти, прикинь. Вот, я тут падаю назад. Отлично. Есть. Ой, патрончики закончились, подожди. Отлично. Наконец-то я прошел тут. Ну слушай, откуда там выстрелы еще идут? И соберем. Картечь, отлично. Где они? Ага, вижу. Да не, бери ты. Зачем ты это делаешь? Мини-ракеты, опять обычную картечь ставь. Вот, стальные. Во-во-во, вот так. На, попал. О, отлично, я даже в голову попал, прикинь. Вот с такого расстояния. Все, никого нет. Отлично. Оббегаем. И, видимо, нам сюда по пескам надо зайти. Ага, нет, видимо нет. Видимо, вот здесь. Да, и здесь лесенка есть, зашибись. А где там падла стоял на пулемете? Я хочу забрать... А, вот. Все, что можно. Дальше... О! А, патроны только для картечи. Зашибись, конечно. Все-таки надо посмотреть. Горячее сохранение клавиши. Слушай, ну так, ну согласись, как-то вообще тупо бегать. Это меня могут убить в любую секунду. Так, это где-то в конце должно быть. Быстрого использования, ускоритель, быстрое использование, тормоз, поворот, втор... А где сохранение-то тут? Оно же должно быть. Вряд ли я вот так вот прям сохранял через меню. Куда я прям... Вот, быстрое сохранение. F5. Все, отлично. F5 где у нас? Ага, вот здесь где-то. Во. Отлично. Быстрое. Так, отлично, собираем. Быстрее. О, терминалы. Тут тоже что-то собрали. А, я даже вижу их. Спокойно, это пока ты меня не встретил. Гандоныш. Давай сюда иди. Ничего не происходит. Сейчас произойдет, не с... Так, лазеры. Лазеры, если есть. Перемещайся на 12 часов. Взорви его. Лазеры, если есть, значит, есть где-то источник заряда для них. Мне его надо найти сейчас. Плохо, что я в этой игре не могу так из-за угла выглядывать. В этой игре это прям так необходимо. Не то, что, блядь, в Outlast'е зачем-то. В этой игре прям жесть как необходимо. Иди он тут. Да спрячься и не вылазь вообще. Хоть дерьмище тут. Автомат этот. В этой игре. Так, хорошо, и смотрим, где у нас тут может быть источник энергии. А я не вижу. На всякий случай. Сейчас попробуем посмотреть еще где-нибудь. И вот так вот залезем. Оп. Нет, хер там. Оп. А! Больно. Я вот не вижу. Вон там вот синий. Что это? Выход, по-моему. Просто. А где? Куда стрелять надо? Бочка это. Так, может, она еще где-то находится. Давай тут пос... Ага. Так, блядь, это все. Не-не-не, автомат достань. Что-то она вообще ни хера не взрывается. Отлично.
Побежали, побежали. Тут у нас, конечно же, ничего нет. Берем сразу картечный на всякий случай. Вниз нам надо спускаться, да? Ох, как эта игра похожа на метро, слушай. Да, потому что тут тоже метро. Вот такая у меня логика. Ой. А туда прям не есть смысл идти? Нет, туда... А, скорее всего, надо спуститься в подвал. Ну, в метро. Там у нас будет энергия от этого лазера. И хуй там я угадал, да? Да, неприятно. А как тогда? Подожди, я там источника энергии не вижу вроде бы, да? Да, по-моему, там не вижу ничего. А где тогда? Вот куда тут можно было засунуть источник энергии вообще? Где он тут может быть вообще? Не, вот это вот здорово вы придумали. А куда реально? Не сюда? А куда? Ну, снаружи вряд ли, это вообще тупо. Да вообще не понял. Что за приколы? А куда? Так, подожди-ка. Тут точно нет ничего. Я тут вот я спиной пытаюсь идти, ничего вообще нет. Может здесь вот так? Ну, вряд ли это всего одна колба. Просто отсвечивает по-разному. Нельзя. Я никуда не могу тут пройти. Может мне туда и не надо, да хуй там тогда бы лазеры не ставили. Нет, хер там я вот так напролом смогу пройти. Ничего. Я не слышу, чтобы опять кто-то что-то орал. Ну там я слышу какие-то звуки. Какое-то трещание чего-то. Так. Тут я тоже никуда не заберусь. Ну явно же что-то там внутри помещения надо сделать, правильно? Я думал, может уже машинку просто использовать, но тоже вряд ли. Потому что тут я не вижу, куда идти. Блять. Но в лазере она туда явно не проедет, да? Я две машинки зря просрал. Я же говорю, я тупо не вижу, куда она тут может поехать. Ну, вот эта вот тропинка явно ведет вот сюда. А я почему-то не могу это открыть. Может, здесь подвох какой-то есть, и надо как-то туда пройти мимо? Вот. Может... Ага. О! А я как-то открыл. А как я открыл? Вывод такой, класс, и все подряд. Тогда что-нибудь-то получится. Что-то мне кажется, что отсюда могут и враги вполне вылезти. Поэтому я лучше на всякий случай сохранюсь. Как минимум, мутанты точно могут тут вылезти. Вроде никого пока нет. О! Да, конечно, да-да-да, кто бы сомневался. Ух, нихера себе, за мной прям бегут, ты видел? Ого. Где вы там? Не, лучше возьму... Я его не вижу. Не, арбалет, где у меня вот? Вот. На, сука. Ой, промазал. Ух, нихера себе, сверху еще тоже. Ой-ой-ой-ой. Тут мне не понравилось. Так, блядь, заебешь. Стальные наконечники. Где он там? А, вот иди. Я тебя даже не заметил. Еще раз встань. На, в ебасосину просто. Сейчас и этому надо. Ой, промазал. Блядь. Ой-ой-ой-ой, откуда там сверху опять? Ага, вижу. Блядь. На, раз. Да куда ты там стреляешь, я тебя даже не вижу. Тут не появляется почему-то сверху. Дебил, куда ты кидаешь гранату? Ты что же тут? На. Где там еще один? Я в него поп... Ага, вижу. Скотина. Он перешел чуть-чуть в другую сторону, вот сюда вот. Сейчас ему в жбан надо попасть, ладно. Попал. Везде куда, кроме головы, конечно, но попал. О, машинки, тут машинки должны быть, правильно? Они мне пригодятся опять, потому что две я почему-то зря взорвал.
случайно. Так, капец, и вообще ничего нет, да? Зашибись, конечно. Всякого говна понаставили, кроме того, что надо. Музыка боевая еще не прекращается, значит, ну где-то же еще есть, правильно они? О, прекратилось. Тогда можно сохраняться, значит, я уже выиграл их. Нет, все еще продолжается. Куда идти вот только еще? Ага. Во, мне, видишь, двери аж даже подмигивают слегка. Чтобы я понял, куда идти. Доставить данные исследования капитану Маршалу. Мне это не нравится. Сейчас же по-любому кто-то вылезет. Вряд ли все гладко дальше пойдет. Ну да, как я и сказал. А, вон ты где. Перезаряжайся давай. О, да-да-да-да-да, я вас понял прекрасно. Электрострелы я пока не буду использовать. Да-да, здорово. Но на такую дальность я не попаду, вот так вот. Придется с пистолета стрелять. Я не уверен, что у пистолета просто в принципе есть такая дальность. А ну. Не, попадает пистолет С3. Но урон наносит на таком расстоянии. Мне тоже въебали, не сила, не слабо. На. Попал, отлично, он отлетел. Вижу их тоже несколько штук. Вон он, вижу, выпендривается. Но это в голову попал, правильно? Да, я вижу, его вбил. Где-то теперь с этой стороны, вижу. А нет, того, видимо, не добил. Значит, ему в голову... А, это шлем отлетел. Теперь-то убил. Нет, он все еще встал. Ну, вставай. Да, он все еще встает постоянно. И творить уже мертвым, и все, блядь. Мне пока этого надо. Топ-дово. А, там еще и внизу кто-то есть. Сука, как же вас тут много, а? На таком-то расстоянии. Так, ну, у меня что, вообще ничего нет больше? Снайперка, ракет... Ну, это перебор, на них ракет что-нибудь тратить. Серьезно, больше вообще ничего нет. Но электрострелы я не хочется тратить. Все еще вне видимости. Так, какие у меня тут еще есть стрелы? Контроля разума. Электрострела нет. Это с автомата, ну. О, кстати, в натуре автомат. Тот же самый пистолет, только чуть быстрее. Кто там, блядь, пиздец? А, у меня еще и прицел есть, слушай. Про это тоже подзабыл немного. Да, блядь. А можно куда-то поближе пробежать? Можно, я вижу. Нет, нельзя никуда. А. Не, ну он сам подбежал, ты видишь? Это он сам дебил. Так, сохранимся пока. Потому что я слишком далеко забежал. Так. Там... Иди он. Где тут? Вот он. А где ты? А, вот иди, ёптвою мать. Ты пересел. Вот он был стоя вон, с той стороны. Он как-то тут оббежал, все, ляса ты. Ага. Ого. Вижу. Но на это не хочу хороший патрон тратить, поэтому с пистолетом можно вполне. Давай. Отлично. Короче, запомни, вот эти видел, платформы на полу, это направление лазера. Во-во-во, куда они идут, там будет заряд этот стоять. По которому надо будет что-то стрелять. Угу, ну мне, скорее всего, сюда куда-то надо. Вижу. О, по мне уже начинает стрелять откуда-то. Снизу там. Никого не вижу. А, мне тут сейчас все равно надо. Нет, под... Ага. Ага. Откуда? Я тупо не понимаю, откуда. А. Отлично.
Бля, ну это я зря, конечно, слишком рано. Сейчас мутанты будут на меня бежать. Это спас мутанта, он теперь меня угрохнет. Но пока мутантов не... Блять, опять они едут, ты видишь? Летят, точнее. Ну пиздец, а куда мне тут спрятаться? О, вот так вот можно нормально. Да нет, переключи. Ты зачем всякие гели вставляешь в себя? Автомат. О, там еще есть. О, зашибись. По щиту же, если вот так вот стрелять, он же все равно в итоге сломается, правильно? Или нет? Ну да, вроде вот ломается. Так, как мне гранату включить? Такое управление, чтобы я тоже гранаты мог кидать, потому что я уже что-то забыл, а они затрахали кидать. Гранаты приближения, кулаки, пистолет, во, арбалет, ракетница, энергопушка, двойной газемет. Да, что-то тут не написано, где граната, зато по мне одна прилетела. Ой-ой. Отлично. Слушай, а я же вот так вот могу по ним спокойно. Короче, с этим щитом я потом еще справлюсь. Мне сначала надо с этими, которые могут далеко стрелять. Так вот. По-моему, один ко мне подошел. Да-да-да. По-моему. Стоит у меня сзади палит. Где-то, по-моему, сзади ходит. Вы затрахали кидать гранаты, а? Тем более, когда я не знаю, как кидать. Как картечь. Ага, понял. Где-то сзади идет. Я тебя услышал вообще. Думаешь, такой железный костюм не услышу. О, остался только этот. Клоун. И что ты сделаешь? Да, видишь, он начинает красным гореть, значит, возможно сломать, да? Возможно. Только это очень-очень-очень сложно. Ну все, теперь куда мне, в принципе, идти? Почему у меня радар не светится нигде? Я его случайно отключил, что ли? Угу. Пока не узнаю местность, чтобы я по ней шел вообще куда-то. Так, там ничего. О, да-да-да, вот эту местность. Блять. Они уже тут, да? Ох, блять, нихера себе тут вас. Да ну нахер, слушай. Вот так вот забегу и все. Ну их нахер, ты видел, сколько их там. Только не сюда. Блять, сюда. А где он там? Вижу. Так, я видел, я вроде ему шлем снес. Нет, шлем не снес. Я думал, снес, поэтому в голову собирался шлемать. Опять граната. Я... О, ух ты, сюда в этот раз прям попал. Чего себе, у него пушка. А, это, по-моему, у меня такая же была сейчас, да? Ой, блядь! Ну, натиск пистолета тогда, у меня больше ничего не осталось. Ой-ой-ой. Так, что у меня есть хорошего, интересного? О, снайперка есть, зашибись. Снайперка я могу вот так вот сделать. Раз, и в голову. Два раза только в голову ему насрать. Тогда электрострелы буду использовать. Но хер, у меня больше нет вариантов, что делать. Ему вообще насрать, слушай. Как я его должен победить? Наконец-то, нихера себе. Я даже супер крутые уже патроны использую по ним. Много чести, знаете ли. Да, блядь, заебешь ты. Вылезай. Какая граната? Ах ты, крыса, ёбаная. А, еще и две. О, прям в жбан, прикинь. До нового выстрела. Ну, точнее, сделал выстрелов много, но попал один всего. И в голову как раз идеально. Да... Или просто капец, это что за киборг супер крутой, ты видел, он весь в броне, у него только лоб не в броне и все. Так а куда мне идти вообще? Так, блять, заебете со своими этими бортиками ебаными. Так вот, вижу. Нет, не понял, сюда как-то. Да, а и вон, все нашел.
Ну все, они, по идее, должны от меня уже наконец-таки отстать. И сейчас я смогу доехать нам в штаб обратно. Все, в пустошь. Ой, сейчас не стоит расслабляться, потому что они там еще на машинах меня успеют заебать. О, слышишь, я уже их слышу. Сейчас надо мою машину забрать только и быстро съебаться отсюда. Быстро валим, 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 пока они нас не видят. Валим! Я слышу, уже видят. Даже стреляет на. А я успел свалить. Ну, не особенно успел. Хе, лохи. Надо будет патронов закупить как можно побольше на картечи, на автомат. Ты видишь, на этом вообще что-то не вариант. Там что-то говно какое-то. На автомат вообще кончилась картечь. Там буквально 250 осталось. Сколько? Одна-две ходки и все. У меня они тоже закончатся. Так, вот оно, куда мне надо было. Отлично. Сейчас, наверное, там дронов, роботов, правительство просто тонны. Миллиарды, миллионов их. Так, эта херня все еще стоит. А других что-то не вижу. Слушай, пока чуть чище, походу, стало. Давай-ка зайдем к ним вниз. О, круто. Тоже спиздил. Ух ты, слушай. Благодаря твоей нам пора в дорогу. Элизабет отправилась заранее, чтобы подготовиться к нашему прибытию. Не волнуйся о вещах в гараже. Все будет в целости и сохранности. Но сами мы должны уехать как можно скорее. Награда за твою голову будет только расти. Мы применили шифратор. Это поможет замаскировать наш уход. Если ты с нами, тогда возвращайся сюда. Уйдем вместе. Да пошли. Ну? Ты готов идти? Да. Отлично. Идем. Так, куда мы вообще пошли? Ох, ебать, новая локация. В этой игре есть другая локация. Я думал, только основная это пустошь, и от нее отделенные кусочки, типа. А тут смотри. Террасия. Темная пустошь. Хорошо, что ты теперь с нами. Еще пару дней, и правительство сцапало бы тебя. Но знаешь, как говорят, из кипятка да на сковородку. Так вот, милости просим на сковородку. Так никто не говорит. Не, из кипятка на сковородку так хотя бы получше. В кипятке ты и обожжешься, и утонешь, а на сковородке хотя бы просто обожжешься, а не утонешь. Уже, значит, на 50% должно быть легче, по логике. С тех пор, как я вылез из ковчега и увидел, что творит правительство, я только и делаю, что борюсь с ним. Никто не знал, что после падения астероида будут такие последствия. В кои-то веки у нас был хороший план и достойные люди. Но генерал Кросс изменил время подъема нескольких ковчегов, в которых были его друзья. Он сбил человечество с пути. И теперь наш долг — все исправить. Mm. О, смотри, ну теперь спокойно наши ездят, тут нормально. То есть теперь хотя бы по мне не будут шмалять со всех сторон. Это полумесяц. Ох, точнее хипа. Его обломки. А наша база под ним. Ты на дирижабле хочешь влететь вниз? Вау. Метро город. Знаешь, давай, сказал, метро. Иди сюда. Не, не пойду. Я пока лучше сохранюсь. Я же могу сохраниться здесь. Наш... На этом этапе. Могу тогда на этом. Все. Ссылки в описании. Да, напиши любой комментарий в сафлаг, чтобы видео продвинулось. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И на этом все. Скоро увидимся.